пор тоже. Ты при этом не даешь концертов в России? Да. Почему? Ну, не хочу пока что. Я помню, вот когда я прилетел, там бы, ну, были варианты, потому что хочется зарабатывать деньги, но у меня вот внутреннее ощущение было, что это как-то не то сейчас. Сейчас нет ощущения, что это не то, потому что там все активно дают концерты, даже очень активно. Но все равно я уже как-то такой, я не даю концерты, пусть так и будет. Но частные выступления у меня были. Корпораты? Несколько. Да, 2 дня рождения. Сколько стоит твой корпорат сейчас? 350 тысяч рублей. Это за полчаса или за час? За 20 минут. А. Ну, отказ от концертов звучит как такой political statement. Это мой мини-бунт